Мобильные операторы США начали отключать сети 3G. Руслан Авдеев на 3D News за 23 февраля 2022 года. В конце статьи будет ссылочка на источник. Через 20 лет после появления связи третьего поколения 3G в США в стране начинают официально сворачивать данный стандарт мобильной связи. Компания AT&T отключила еще вчера, а прочие операторы мобильной связи, как ожидается, избавятся от устаревших сетей позже в этом году. Ожидается, что изменения затронут многие сферы жизнедеятельности, пострадают как владельцы старых телефонов, так и, например, пользователи беспроводных охранных систем и других комплексов. Для того, чтобы ускорить переход хотя бы на 4G без отключения абонентов в AT&T, бесплатно предоставляют на замену телефоны многим владельцам 3G аппаратов и пытаются уведомить клиентов всевозможными доступными способами. Как сообщают в компании, уведомления рассылались по различным каналом в течение 2 лет. У большинства было время, чтобы безболезненно перейти на новую технологию 22 февраля 2022 года. Отключение 3G сетей осуществляется в рамках более широкого плана, позволяющего использовать высвободившиеся частоты для 4 и 5G. В текущем квартале то же самое намерены сделать T-Mobile и Verizon. Изменения коснутся многих людей, в частности пользователей электронных книг с поддержкой 3G, кнопочных телефонов и многих смартфонов на Android, а также iPhone 5 и старше. Кроме того, перестанут функционировать домашние беспроводные сигнализации и всевозможное медицинское оборудование, вроде детекторов падения для пожилых людей, а также некоторые автомобильные системы экстренного уведомления о ДТП. Тем, кто упорно не желает избавляться от 3G-устройств, доступны некоторые варианты обхода появившихся ограничений. Например, многие старые смартфоны, планшеты и букридеры могут использовать Wi-Fi вместо 3G. Даже для разговоров можно будет использовать сервисами. С прочими решениями придется сложнее. Эксперты предупреждают, что определенные системы сигнализации придется полностью заменить. В теории большинство машин, использующие устройства экстренного оповещения и выпущенные не ранее 5 лет назад, используют 4G модемы. Впрочем, возможно, будут предлагаться дополнительные адаптеры с современными модемами. Сеть 3G, появившаяся в США в 2002 году, стала драйвером развития технологий благодаря набиравшим популярность смартфонам. Позже мобильные операторы перешли на 4G, а недавно на 5G. По местной статистике, только небольшое число клиентов все еще используют 3G сети. По данным Verizon, 99% пользователей обновились до 4G LTE или 5G. В AT&T тоже утверждают, что менее 1% мобильного трафика приходится на 3G. И источник CNN Business. Зачем зачитала? Готовьтесь, раз там начали, то и здесь. Айтишники, они друг друга копируют. Руслан Авдеев. Мобильные операторы США начали отключать сети 3G.